быстро не смонтирую, конечно. Смотри, как четко рассчитали, да, курс прямо на монастырь? Да, просто... Ну что, люди профессионалы? Мы с офигенным монастырем, фоткайте нас! Тепло. Тепло. У земли холоднее. А тут горелка. Да, можно погреться, если что. Добрый вечер. На чай к вам можно? Конечно. Сколько раз так? Конечно, конечно. Нет. Где наш якорь? Что ты говоришь? Очень часто так. На чай можно, можно. Приземляешься, я думаю, точно подходит. Ага. И нельзя, да? Нет. Не подходит просто. Да? Хотя бывает, конечно, подбегает. века вон. Монастырская зона. И не говори. Ну это, судя по тому, что баллоны по 500 евро, я думаю, дельтик стоит дешевле. Конечно. Здесь все время я оболочку покупал уже не новую, у тоже моего брата. Mm-hmm. Когда он ее брал новую, она стоила 25 тысяч евро. Одна оболочка. Тогда это был примерно, не знаю, плюс-минус миллион, а сейчас это, блин, еще больше. Учитывая, что 70 евро.